Вы не поверите, это самая распространенная причина, почему твои соседи замедляют работу твоего Wi-Fi. Ну, очень долго загружается сайт, и браузер работает еле-еле. И как просто решить эту проблему у себя дома в этом видео. А в конце видео полезный бонус. Чтобы соседский роутер не мешал нашему Wi-Fi, заходим в браузер, вбиваем этот адрес, у каждого роутера он может быть свой, вводим по умолчанию логин админ и пароль админ. Тем самым мы попадаем в наш роутер, чтобы сделать одну простую настройку. Далее нажимаем на беспроводную связь и находим надпись «Канал». Так как по умолчанию твой сосед использует с 1 по 9 канал, нажимаем на раскрывающийся список и выбираем 10, 11 или 12 канал. Наш роутер будет использовать другие каналы, в отличие наших соседей. Wi-Fi будет работать намного быстрее. Далее сохраняем и перезагружаем наш роутер и пользуемся Wi-Fi без помех и на полной скорости. Чтобы не заморачиваться, купите самый дешевый роутер и настройте одну сеть на 5 ГГц. По стандарту там никто не сидит. И старайтесь не ставить роутер возле окон и дверей, там больше всего помех от соседских роутеров.